Добрый день всем! Сегодня хочу рассказать о собачьих консервах Папер. Мы их употребляем регулярно. И вот сегодня у нас есть ягненок с морковкой и коричневым рисом и с кроликом. Но с кроликом мы ели в прошлый раз, поэтому я не буду сейчас открывать. А вот ягненка мы сейчас откроем и попробуем покушать. Вот, открыла я баночку. Очень выгодная упаковочка. 800 грамм. Сейчас мы найдем, где тут 800 грамм. Вот, 800 грамм. Вот, корм уже в мисочках. Вот. Вот такой он в баночке еще. И сейчас я дам своим собачкам. Так, 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 давай. Вот такой вот корм. Мы чудесно съели, очень быстро. Мисочку вырезали. Вот корма 16249. Всем приятного аппетита и спасибо шиншилке.